Друзья, рядом со мной участник главного боя завтрашнего турнира Mirage Fight Super Serie 5 Давид Григорян. Давид, ты не первый раз в Нижнем Новгороде, но первый раз на главной спортивной арене города, на стадионе Нижний Новгород. Не могу не спросить, в курсе ли ты, какая команда сейчас у нас играет за спиной? Приветствую всех. Мне в первую очередь нравится атмосфера стадиона. Да, слышал про эти команды, про Химки, про Пари. Честно, не знаю игроков, не слежу за футболом, но ребята молодцы, играют интересно. Ну, настоящее зрелище будет завтра, это поединок по правилам Ральф Про за пояс на призы Героя России Виталия Антонова. Ты ради этого поединка поднялся на две весовые категории. Мы знаем, что ты представляешь клуб «Храброе сердце», но что это, храбрость или просто безрассудство? Во-первых, львиное сердце. Львиное сердце, прошу прощения. А во-вторых, знаете, часто говорят про то, что я поднялся в двух весовых категориях, но, если честно, я не придавал особого значения это. Ну, как бы сказали на 63-500, я такой, окей, на 63-500. Пришел сегодня на взвешивание сытым, я рад этому. Ты просто вышел драться. Совершенно верно. Что касается соперника, он очень крупный, атлетичный парень, но еще совсем молодой. Как считаешь, он уже готов принимать такие вызовы, как один из сильнейших бойцов Emerald Fight? Не могу знать, потому что не сильно изучал его. С виду крепкий парень, очень интересно будет завтра с ним свистнуться в бою. Ну и что дальше? Ты хотел бой за титул, ты его получил. А что у тебя в перспективах потом? Не заглядывал за спину своему сопернику. Я думаю, завтра будет хороший бой, мы потеряемся, а дальше уже будет видно. И будем исходить от результата боя. Я надеюсь, я выиграю на этот. И дальше посмотрим. Дамы и господа, Давид Григорян из самого сердца нижегородского спорта.